Традиция и музыка – это основные части любого праздника. И сейчас вы услышите традиционную еврейскую музыку. На сцену приглашается хор «Хасидская капелла» под управлением Александра Целюка. Московская мужская и еврейская капелла. Мы поздравляем вас с наступающими праздниками, с целой чередой праздников, которые нам, так сказать, предстоит сейчас. И мы хотим показать вам несколько фрагментов из пасхального еврейского богослужения, которое традиционно поются в синагогах в дни еврейского праздника Песах. То, что вы сейчас услышите, на самом деле совершенно уникально. Несколько лет тому назад нам в руки попала граммофонная пластинка, выпущенная в 1906-1907 году. На ней выдающийся кантор Йосел Розенблат, который был одним из лучших канторов Европы конца 19-го, начала 20 века, с хором, и с мужским хором, и с хором мальчиков, так как женщины в синагоге по традиции как бы петь не могут, исполнял пасхальное богослужение, которое каким-то невероятным образом было записано на граммофонную пластинку. Дело в том, что записывать, как вы понимаете, так же, как использовать вообще электроэнергию, микрофоны, инструменты, во время службы у евреев нельзя. И эта запись, сохранившаяся вот из такой глубокой древности, попала к нам в руки, и мы восстановили ее в нотах фактически досконально. И сейчас вы услышите несколько фрагментов из этого богослужения в том виде, в котором это исполнялось в 1900-х, вот, в начале века, годах. Итак, «Ма ништана» — это этот фрагмент богослужения, это вопросы, которые задает младший сын в семье своему отцу. И смысл такой, в общем, чем отличается эта ночь, пасхальная ночь, от всех остальных ночей. Обычно эти вопросы задают самый младший и самый глупый сын по традиции в семье. Роль глупого сына сегодня исполняет лауреат международных конкурсов Григорий Ткаченко. Ma ništa na,
еще одна песня из пасхального богослужения с этой же пластинки, которая называется «Доейну». В этой песне говорится о том, что если бы Всевышний сотворил хотя бы одно это чудо, исход евреев из рабства, из Египта, это было бы уже самым большим чудом. Солист, лауреат международных конкурсов Гия Бешетеишвили. «Доейну». Третий номер нашей программы – это еще один фрагмент еврейского богослужения, который называется «Шейбоне бейс гамикдаш». Это молитва, которая переводится на русский язык, как «И отстроим наш храм, как прежде». Музыка американского кантора и композитора середины 20 века Соломона Крица и наш солист, лауреат международных конкурсов Григорий Ткаченко, партия фортепиано Александр Великовский. Oh.
сделать какой-то юбилейный концерт, следите за афишами, приходите к нам на концерт. Спасибо.